Проект Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки «Писатели Чувашии представляют» вошел в топ-30 конкурса молодежных проектов в сфере креативных индустрий. Речь идет о создании мультфильмов по произведениям чувашских авторов. Мультфильмы будут сниматься на студии «Аниматус», созданной при библиотеке. Для этого закупили специальное оборудование. Проект был запущен в прошлом году при поддержке гранта главы Чувашии. «Писатели Чувашии представляют» станет частью электронной библиотеки «Писатели Чувашии детям». Она также создана в 2020 году. А воплотить ее в жизнь помог грант президента России. На сайте нашей электронной библиотеки будет размещена еще один дополнительный раздел, которым будет называться мультбиблиотека, и в которой будут размещаться уже мультфильмы, то есть какая-то анимация по произведениям наших чувашских авторов. Мы рассчитываем снимать их совместно с детьми, чтобы также и развивался интерес к чтению, чтобы ребята знакомились с произведениями чувашских авторов. И, ну, само собой, анимация, она также и дает творческое развитие. На конкурс поступило более 300 работ из 50 регионов. Проект детской и юношеской библиотеки «Чувашии» судьи оценили на максимальный балл. Специальной номинацией, посвященной 20-летию со дня образования Российского книжного союза, лучшими признаны сотрудники библиотеки. Авторы проекта продолжают свою работу. Им предстоит защитить идею на форуме «Российская креативная неделя» в Москве. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Александр Атиков, Республика.